Новогоднюю сказку создали для детей-сирот в Актобе. Самые маленькие воспитанники дома ребенка Умыт получили сладкие подарки. Сегодня в Умыте живет 51 ребенок, у половины проблемы со здоровьем. Они получают пособие по инвалидности, которое аккумулируется на именных сберегательных книжках до совершеннолетия. Отмечу, за последние 5 лет количество детей в детских домах уменьшилось в 2,5 раза, а потому был закрыт еще один корпус учреждения. В доме ребенка Умыт созданы все условия для воспитания, для пребывания. Хочу отметить, что последние годы количество оставленных детей в нашей области уменьшается. В этом году 15 детей получили возможность воспитываться в семейном очаге, хотя очередность для усыновления и для удочерения в нашей области очень велика.